и удачу ее бросил. Вот сейчас удаление будет. За опасную игру высоко поднятой клюшкой держится Андрей Коник. Грине, вот. А вот и Грине с Шеннаном. Что он ожидал от Грине в периоде? То, что все ждали. Но как довольны зрители стали. Все болельщики были. А покажите нам болельщика. Посмотрим. Посмотрите, вот настоящий хоккейный лед. Только мягко. И никто не мешает, никто не мешает. И Грине не стал вмешиваться. Вот настоящий хоккейный бой. Вот чего ждала вся Россия. Молодцы, ребята! Ждали! Поддерживает Мартин Грине. И сейчас будут эти два бойца, безусловно, великих бойца. А как довольны зрители до конца матча? Мартин Грине, молодец! И Крис Шеннон. Ну, потешили публику. Вот, молодцы! Аплодисменты. Это шайба на оба игрока. Всех восхваляет Мартин Грине, молодец. Отличный бой. Короткий, но продуктивный, да? Виталий, как вы считаете?